Это чьё продолжение. Моя армия заполонила ваш мир. И скоро всем вам придет конец. Ты должен попасть в Кремхолд, последний живой город. Найди Верховного и попроси о помощи. Ты понял? Дракон! Стреляй! Просто стреляй! Давай! Перезарядка, Сань, перезарядка! Я иду в город Кремхолд. Добрался. Драконы? Чего? Что это? Наш билет. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Что это было? Телепорт. А, Саня, это ж тот человек, который в самом начале был, который нашел вот этого темного предводителя. Ты? Ема! Он в такого монстра превратился, это уже. Придурок. Ну как бы против которого, как бы мы. У него тяжелое детство, как бы. Он мстит просто, по сути. Вот, поэтому, как бы. Я не знаю. Фига, камень здоровый! А, это мой камень. А, ну да, конечно, да. Он его охраняет. А, да? Серьезно? Да. А, я-то думал-то, я все понял. То есть ты самый главный тут, да, Сань? Это я злоднил. То есть ты темный предводитель, да? Да. Темный властелин, извините, пожалуйста, да, Сань. Короче, это будет босс, походу, да? Ну, я не знаю, это скорее всего финал уже, походу. Я не знаю, что это такое. Это, короче, сам. Так, и чё? И чё, черный экран? Так. И... О, сна! У меня 23 хп, Саня! Чем ты делаешь? Он точно мой сам. У него 1000 хп, у меня 23 хп! Так, погоди. Как нам его убивать? Я один остался. Нет. Смысле, погоди, чего? Нам шестую главу капитка на двери сколько? Подожди. Так, вот 200 хп. 135 хп уже. Так, я понял, Сань, нам надо с тобой как-то его победить, ты понял, да? Давай, Сань, мы должны с тобой каким-то образом, как-то это надо сделать с тобой. Может быть, зелье какие-то. В инвентаре вообще ничего нет. А как нам это делать тогда? Олег, ты умрёшь. Нет, смотри, мы уже сняли у него 200 хп. Давай, ну я умер, Сань, как бы, да. Это сложно! Это финал! Это босс! Все, Сань, пока. А нет, ты выжил, смотри! Я же. А как? Погоди, стоять! Я что-то вообще не понимаю, типа, а как нам его победить? Он здоровый, капец! У тебя 23 хп. Мы сняли у него максимум. Постреляй. Все, пока. А как это сделать? Я не понимаю, как? Сань, я все время забываю про этого чувака. Я реально не знаю, может его залутать, может... Нет, нельзя залутать. Все, просто стреляем. Давай. Воу! Чего? Он еще ли телепортируется? Братан, ты что, я не делал? Сань, ну все, это походу... ГГ! What the fuck? Просто давай стреляй, но это нереально. У него хп не отнимается, короче, когда он в анимации. Серьёзно? Так это еще сложнее, да ё-моё! Ну все, Сань, прощай, просто бал. Ну, Сань, тут уже... Я не знаю, ребят, как это проходить, это нереально. Это просто нереально. Он слишком какой-то имбовый, я не знаю. У него 1000 хп, он, не знаю, может в ноги попробуем встать, Сань, может быть подойди к нему в ноги встань, стреляй просто под попу ему туда, я не знаю. Но в следующий раз уже попробуем это сделать, как бы, да. Я вообще без понятия, как нам с ним бороться. Против него просто мы отнимаем у него очень мало...
А чё ко мне, чё меня именно выбрал? Отлично! Я не знаю, чё там все делают! А если буду от него убегать, а ты по нему шмалять? Давай, просто пробуй убегать, давай! Не получится! Классно, Сань, ты убегаешь от него? Так, давай! Просто, смотри, мы максимум у него отнимаем, там 200-250 хп, и всё! После чего он в любом случае нас нагоняет просто и не убивает! Это нереально сделать, это не impossible! Всё, пока! О, не, я еще живу. А он в анимации шкафы. Не стреляй, пока он в анимации. Да. Ну, вот, смотри. Ой, здорово. Так, ты вот вот сейчас будет ГГ, походу. Так, надо от него... 671 хп, смотри. Да, смотри, уже прогресс. Так, подожди, мы сейчас кружимся с ним медленно в танце. Я... Ты меня, видишь, черканул в ногах у него. Это нереально пройти. Это невозможно. Так, ребят, в этот раз мы прошли еще раз 5-ю главу. Все сделали с самого начала. Вот, немного залутались. У нас там есть пару зелий. И, надеюсь, это нам поможет. Вот, давайте еще раз посмотрим эту консоль, потому что, блин, да, и сразу нас не убьет, это самое главное, потому что мы уже на протяжении, наверное, часа пытаемся убить его, у нас не получается. Я не знаю, в чем причина, мы делаем вроде все как надо, но это реально очень сложно. Вот, поэтому я надеюсь, у нас сейчас все получится. Самое главное, я даже не знаю, Сань, как это вообще сейчас нам делать. Не знаю вообще. Ну сейчас я у тебя, в основном убегаю, я ни хрена. Ну это да, это понятное дело. Так что убегаешь ты. Да. Прикол в том, что у меня всего лишь-то парочку зелий, ребят, у меня их немного. У меня там, по-моему, 4 зелья здоровья и 5 на скорость. И это мало. Но если мы с Аней как-то уже сносили, как бы, 200 хп ему, да, то посмотрим, что мы сможем сделать с зельями. Я надеюсь, это правда поможет нам, ну... Сейчас надеюсь, он наш, короче, не станет уменьшаться. Да, самое главное, не забывай то, что сейчас будет чувак сначала, которого мы должны убить быстренько. Вот этот Вилан или... Ну, как ты понял, про кого я вообще. Так, вот он сейчас должен появиться сразу. Самое главное, чтобы не сразу близко к нам. Вот он. На, все, минуснул. Так, давай, берем оружие, сразу стреляем. Сразу. Я пока зелье там всякие пока юзать не буду, давай просто пока стреляем. Так, сотку... Ой, нет. Анимация. Так. А че не... Я не... Прикинь, я... Саня! Нельзя юзать? Нельзя! А зачем? А как? Я ничего не вижу! Ты прикинь? В плане... А, во! Все. Так меня режут! А почему не работало раньше? Так, зелье... Зелье скорости выпил. Так, все, Сань, я убегаю от него. Да, можно, но ты прикинь, я не мог с самого начала этого сделать. По какой причине? Я вообще быстро бегу. Да, видишь, это работает. Тебе нужно выпить зелье здоровья. Он сзади тебя. А у меня нету, у меня зелье здоровья все закончились. Ну, Сань, нет! Нет, мы походу опять... Ладно, зелье скорости ты не можешь заюзать, потому что ты можешь умереть. Нормально. А, он по 10 хп отнимает. Да, он по 10 хп отнимает. Давай. Ну видишь, что плохо, он телепортируется. Он просто каждый раз телепортируется. Это нереально. Если бы я вовремя использовал, ну видишь, как бы я реально не мог сделать ничего. Вот опять, вот тут на снегу это... Когда ты стоишь на снегу, это не показывается. Вот в чем проблема. Подожди, куда он убегает? Куда? Лунная походка. Куда он убегает? Чего? Нет. Ну слушайте, это рекорд. Ребят, мы позвали как бы еще подмогу, как бы. Сейчас зашел Макс, сейчас еще зайдет Илья. Слышь, это баг. Не, прикол в том, что Макс под ним стоять нельзя, потому что, да, его ноги, они могут порезать себя. Вот, причем они режут тебе рандом. Патроны закончили, вот, видишь, порезали. А, нифига. Так, ну мы ставим рекорды, как бы, это да. Это хорошо. Сейчас еще зайдет Илья, как бы, мы затащим, отвечаю. Прощай, Олег. Нет, у меня еще 77... Слушай, он какой-то сломо сейчас был. Меня порезали. Так, ну 300 хп, пацаны. Нет. Ладно. Так, ребят, у нас вообще большое подкрепление. Да, погнали. Илья, Фреш, Клэд, пацаны, вы то, что сейчас увидите, это жестко, Так, вот этого чувака надо убить. Короче, это самый главный, его надо нейтрализовать, его надо убить. Вот, оружие раскидано по карте, поэтому все. Он умеет телепортироваться, он умеет бегать, он жесткий, пацаны. И почему он бежит на меня? Ну почему? Он не бежит. Нет. Они нас позвали, они не могут справиться вдвоем. Ну это сложно, потому что ты сейчас все поймешь сам.
Смотрите, когда в ноги не ходить, в ноги, в ноги ему не подходить. Уже минус 400 хп, прекрасно, прекрасно. Нет! У меня 16 хп, пацаны, прекрасно. Классно. А почему он только за мной ходит, алло, пацаны! Да нет, пока, И, кстати, когда он в анимации находится, не стреляйте по нему, патроны в него не попадают. Это когда он в анимации. Давай, 700. Не надо! Да, когда он, короче, вот... Во, все, минус Аня. Блин, у меня еще что-то FPS проседает. А как инвентарь? Тут нет, это не надо, это не надо. Все, только оружие, все. Ай! Видите? Пацаны, нас осталось трое. Да ёпта. Вот именно, вот про это я и говорю. Давай. Почти 400. Так, нас осталось двое. Макс, стреляй. Просто стреляй. Давай. Он меня выбрал. Бизончик. У меня патроны кончились. Он меня выбрал! Нет, он меня не выбрал. Он промахнулся. Не, нормально. Перезарядка. 400. Мы дохотели максимум, пацаны, до 300 хп. Вот, кстати, возможно, рекорд сейчас будет. Все, прощай, Макс. Пока. Я остался один! Нет! У меня очень... Он сейчас телепортнется, по идее. Он отбегает. Пока, Олег. Ну все, я ножом буду его резать. Нате, Вася. Не, ну тут ничего уже не сделаешь, потому что... Или нет? Или может что-то еще возможно? Нет, уже все. Нет, слушай, смотри, я еще живу. Давай. Ой, 250. Пацаны! Давай. Меня зарезали, да. Да ё-моё, да когда можно победить его? Стреляй. 300 хп у него осталось. Вас трое. Надо тащить, пацаны, это... Но нет! Пацаны, вы должны... Давай, чуть-чуть еще. Пацаны, еще чуть-чуть осталось. Давай, Саня. Саня, чуть-чуть. Илья, давайте, вся надежда только сейчас на вас. Ребят, мы пытаемся пройти мед 2 часа уже. Саня, я убью, стреляй. Это изи победа. Это уже Саня ведет. Илья, где оружие у тебя? Он надоел в анимацию уходить. Давай, бери фомасик и не смотри. Давай, все, изи, все. Давай, чуть-чуть осталось. 56 хп! Пожалуйста. Давай, 20 хп! Давай! Стреляй с глока, стреляй, тоже работает. Стреляй с глока, Сань. Просто поближе подойди. Давай! Мы это сделали! Так, давай. Пацаны, сейчас не вникайте особо в сюжет. Сейчас катсцены. Да. Просто посмотрим, что сейчас будет. У них там катсцены, тихо. Наконец-то убьем. Бесит уже. Не, может его оставим в живых? Не, шмалей. Мне кажется, сейчас, не знаю, нам, возможно, будет предоставлен выбор. Я, на самом деле, в комментариях прочитал, что выбор будет. Ну, у него было тяжелое детство, напоминаем. Одеть маску, наверное, будет? Я не знаю. Блин, я бы... Это не то, чего я хотел. Открывает шкафчик, а там оружие, блин. Нормальное. User left your channel. Нет! Не открывай! А, это его родители? Да! Чего? 20 лет я искал все осколки камня ярости. Теперь этой энергии хватит, чтобы оживить их. Так вот для чего он все это делал. Пожалуйста, опусти рычаг. Нет. Ты создашь еще одного монстра, как он сам. Ты не вернешь к жизни всех, кого я убил. Их смерти будут напрасны. Ты забыл про нас. Из-за него. Отомсти за нас. Убей ублюдка. Если ты используешь силу камня, он исчезнет навсегда. Такая сила не должна достаться никому. Если убьешь его, его армия умрет вместе с ним. Война будет окончена. Блин!
блин, это очень сложный выбор. Делаем? Что делаем? Давай, давай поможем ему. Я хочу давай помочь. Нет, я не хочу помогать. Так, я голосую за помощь. Я голосую за помощь. А как типа, голосовать? Как голосовать? Пролистать и нажать на левую кнопку мыши. У него было тяжелое детство, это... Да! Мы помогаем ему. Да, я не успел нажать. А... Верхом наступил. Походу, вот он, блин. Нет. Мы его? Фига. Слушайте, походу, мы сейчас тут самыми, как бы, злыми станем, походу. Верховными повелителями там и всякими темными. Если он убивал, но он хотел нас убить, чего? Ну, блин, ну, ну, надо, ну, добро же, типа, понимаешь? Какое и... добро, он убивал людей? Да, интересно посмотреть, потом посмотрим еще. В обычный камень превратился? Да. Прикинь, они станут такими. А ну чё? Мама, папа. Фига, сын вырос. Ни хрена бы махал. Лёха. Ага. Только вопрос, откуда такие гены вообще? Да-да-да. Никто больше не пострадает. Даю тебе слово. Так, и... Две недели спустя. А, это еще не конец. Ага. И он такой, ты умрешь. Да-да-да-да-да-да. Так, чё это было? Ты убьёшь меня? В смысле? Подожди. Это Вин Дизель. Нет. Вы же убили Вин Дизеля! Да, в смысле? Подожди, я не понял, погоди. Мы его в голову уже прописали ему. Ну не нас убили, дрочи. Подожди, но мы еще живы, то есть это не мы. А! Мы умерли! В смысле, а? Во-первых, подожди, как Вин Дизель? Мы Вин Дизелю голову прострелили, как он выжил вообще? Блин, ну это первая концовка. Есть еще вторая, мне безумно интересно, что там. Ребят, давайте вы в комментариях, наверное, напишите. Вот, кому интересно, кто пройдет, напишите обязательно в комментариях, что же было во второй концовке. Потому что мы проходили вот это сейчас 2 часа, и мы не могли, как бы, понимаете? Вот, поэтому, ребят, я надеюсь, вам это понравилось. Это было безумно... Так, подожди, я не понял. Они это доступны какие-то только после того, как вы нажали на старт и зашли... Были? Серьезно? Читы были? Я понял, то мы вот, значит, потели там 2 часа, да, так, не могли сами пройти, музыка. А там были читы, понятно, понятно. В общем, ребят, это было очень крутое, это был очень крутой опыт, это была очень крутая реально карта. И каждый раз, когда выпускают Statham авторы, получается, этих карт вот, вот такое, это просто очень безумно круто, поэтому поставьте, пожалуйста, зайдите на ссылку, там перейдите и поставьте лайк на эту карту. Давайте поддержим, потому что это реально круто. Вот, я надеюсь, вам понравилось наше прохождение, вот, и надеюсь, ребят, что вы, конечно, сегодня поставили много лайков и подписались на все наши каналы. Да, ну а на этом сегодня наша серия подошла к концу. Надеюсь, что в скором времени таких карт будет больше. Ну а на этом сегодня все. С вами были сегодня, как всегда, Кофи, Алекс Фокс, Клейнс, Exile, Fresh. Всем до скорой встречи, ребята, и всем пока-пока. Ребята, увидимся. Пока. Всем отбой.